Всем большой привет! Хочу вам сегодня показать рецепт вкусной запеканочки в мультиварке. Итак, обед у нас уже готов. Вот такой вот у нас куриный супчик. Вот такого вот рагу синеньких и гречка. Ну, а на десерт давно не работала со своей любимой мультиварочкой. Решила сделать вкусную запеканку, потому что как-то сырники уже приелись. Итак, для ее приготовления нам понадобится 2 пачки творога любой жирности, 2 яйца, ну, где-то 50 грамм масла, потом несколько ложек сметаны, 5-6 столовых ложек сахара и 2 столовых ложки манки. Приступаем к готовке. Итак, в нашу мисочку мы выложили 2 пачки творога и добавили 2 столовых ложки манки. И вот так вот вымешиваем. Дальше добавляем где-то 5 столовых ложек сахара. Те, кто не такие сладкоежки, добавляйте меньше. Где-то столько. И мешаем опять же. Так, чуть-чуть перемешали, добавляем 1 столовую ложку сметанки с горочкой. Оп. И хорошенько вымешиваем. Добавляем в нашу смесь сливочное масло размягченное и также его хорошенько вымешиваем. Отделили наши яички, желтки от белков. Белочки, желточки мы просто вот так вот слегка сдуваем. И добавляем в нашу смесь. Чуть-чуть буквально в тарелочке оставляем, чтобы смазать сверху. Вот буквально грамм желточка. Так, и перемешиваем. И в наши белочки добавили щепотку соли и взбиваем до вот такой вот пенки. Очень быстро. И добавляем вот такие вот красивые белочки в наше тесто. Хорошенько сейчас мы это все распределим по смеси, хорошенько, чтобы можно даже чуть-чуть сбить блендером. Также добавляю, я советую добавить ванильный сахар, совсем немножечко. Вот такая-то сахарная пудра у меня для вкуса. Ой, аромат пошел. И перемешиваем. Готавливаем нашу мультиварку. Во-первых, включаем сразу режим выпечка. Вот, на 45 минут. Но мы время еще будем с вами смотреть. Так, открываем. Так вот, открыли. И сейчас будем подготавливать нашу с вами чудо-горшочек к выпеканию. Для начала мы смажем кусочком сливочного масла. Вот. У меня уже мультиварка не первый год, поэтому горшочек чуть-чуть подыстрепался, поэтому, чтобы ничего не прилипло, не подгорело, хорошо смазываем. Ну вот, мы смазали. Я думаю, что достаточно. И слегка присыпаем тоже манкой, чтобы нам легко было отделить. Так. Так вот. Поприсыпали немного. И все. Ставим обратно. Вот сюда. И будем высыпать нашу чудо-смесь туда. И вот оставшийся белок мы добавили буквально чайную ложку сметаны. Вот так вот размешали. Вот
Вот. И вот так вот сначала поверху для корочки аппетитной мы его ее выливаем. Вот. И лопаткой можно слегка еще добавить и разровнять. Аккуратно, аккуратно. Вот, уже начинает психовать наше тесто. Поэтому очень аккуратненько. И все. Закрываем минимум на 20 минут. Там будем смотреть. Так, прошло чуть меньше 20 минут. Мы просто проверяем. Вот какая она у нас красоточка. Но еще ей надо готовиться минут 15 точно. Так что ждем все 40-45 минут. Ну вот, прошло 45 минут. Мы открываем. Наша запеканочка готова. Сейчас она у нас настоится на функции подогрев минут 5-10. И будем вынимать. Ну вот, наша красавица готова. Так что будем вытаскивать. Вот такая вот запеканочка у нас готова. Вот такая красотка. Аромат сумасшедший. Так что... Всем приятного аппетита! Будем пробовать!